Приветствую вас всех. Да. Буду сейчас ругаться не на игру, на программу видеозаписи ОБС. Задолбала меня эта тупорылая фигня. Одну серию с первым нападением на мою базу я потерял. Записала только звук и вот начальную картинку, которую увидел в самом начале. Была бы замечательная серия, я пережил нападение, хорошее такое нападение на свою базу. Базу, слава богу, никак не покалечили, ничего не разрушили. Зачистил я вот тот островок, обобрал кучу хороших вещей. Теперь смогу лимончики садить. Но, увы и ах. Опять же записался только звук. Вот такая вот фигня. Какую еду тебе добавлять? У меня продолжается бардак на базе. Всю кучу скидываю. Да, меня так покоцали нехило. Я, правда, поплыл с неремонтированным бронником. Вот. Ну, ничего страшного. Будут еще битвы, правда, на островах эти ж попиндосы не возрождаются. Поэтому там, в общем-то, незначительный был бой, да, интересный, красивый. На максимальной дистанции я их из арбалета повыносил аккуратненько. Блин. Обидно даже. Стал вот эти все горшки делать. Да, попытался я разобраться с папочкой, блин, все забито. Попытался я разобраться с папочкой сохранений. Вот. В надежде на то, что удастся как-то там удалить предыдущие какие-то сохранения. И таким образом как бы повторить тот замечательный бой. Но не получилось. Не получилось. Что сделаешь? Ну, в общем, да, игра-то, в принципе, загрузилась. Но у мальчика я не проверял, что там на базе есть, чего нету на базе. Но по факту моего мальчусика не оказалось никаких вот этих полезных полезностей, которые он понасогребал. Ни оружия, ни бронников. Я боюсь, что даже на базе, наверное, были пустые сундуки. Поэтому на них, на эти сохранения, на то, что не записалось и не записалось. Будут еще битвы, будут значительно более тяжелые битвы, будут приходить и с пистолетами, с автоматами, с чем хочешь. Поэтому что еще записать будет у нас? Так. Фигня. Может, конечно, зря я вот эти тряпки продаю. Может, на самом деле эти тряпки нужно использовать для того, чтобы одежду рвать на тряпочки. Не знаю. Так. Все забито. Все забито. Железо. Уже некуда пихать. На тряпочка одна резинка лежит. Вот так вот поменять я могу. Так. Червячки. Где-то у меня валяются червячки. Так. Мясо сюда закинуть. Компонентов нет, есть резина.
Оппонентов нет. Ну, я хотел поэкспериментировать, сделать вот этот античный пистолет. Мне компонентов на него не хватает. А, конечно, себе сделать копье получше. 6 компонентов. Есть компоненты. Там даже не знаю, но мне хочется его проверить. У этого на 3 единицы урон больше. И длинный ствол, он по идее стрелять должен дальше. Драгоценные компоненты прокакивать. Как же, блин, не хочется, а? Из принципа я его все-таки сделал. Железо у меня осталось. Будет знаменито, если на меня и в эту ночь только нападут. Так, резина осталась, изолента осталась. Так. Резина, изолента. Резину туда. Дрова. Дрова сюда. Там все железо. И со железом, например. Надо ж пистоль проверять. Вот он короткоствольный. Было бы, конечно, ценно, если бы они сделали, чтобы он стрелял дробью по площади. Вот. Это короткоствольный пистолет, он, в общем-то, должен работать как дробовик. Ну, посмотрим, как он будет себя вести. Да. Жизнь нам грибочки не добавляют. Грибы я больше не жарю, я их буду варить. Грибной суп будет намного лучше. Возможно, туда надо будет еще мясо добавлять. Что я хотел? Я хотел строить свою базу дальше. Я боюсь, что эти фундаментальные блоки влепились не совсем так, как мне надо. Нет, ты смотри. Туда, куда надо, влепились. Что-то на стойка не лепится. Ладно, темно, нифига не видно. Это птичка полетела.
Вот тут куда-то должна внизу влепиться. Да. Должна куда-то внизу влепиться. Хотя, а нет. Нет, я в принципе ж я хочу вывести. Я хочу вывести, ладно, блин, мне надо печи ставить литейные. Я фигню маюсь. Так, на литейную печь. Железо надо. Долбаные фуфочки. Хочет она в камни ставится. Прямо резины не хватает. Ой, была резина. Единичка, но все-таки. Ладно. Дерева нет. Так, что-то не пока. Это мой сундук клацнул. Чем так много. Так, ну вот мы начали лить свое железо. Так, не говорите мне, что я в краба попал. Слушайте, если так, то этот пистолет, да, я попал в краба. Ну, этого пистолета дальность стрельбы, ну, практически не хуже, чем у того. Что, в общем-то, ну, слабее урон. Непонятно, мало характеристик пишут. Возможно, у него перезарядка чуточку. Да, у него перезарядка значительно быстрее. Там он шомпол вытаскивает. То есть этот пистолет менее мощный. Возможно, все-таки он будет стрелять немножко ближе. Драгоценные подания, он все-таки тут тоже шумполом. Надо будет сделать потом и второй. Эй, бля! На дробак нужен. На птиц нужен дробак. Прошу это прощение за мой плохой французский. Так, две печки есть. На третью печку надо резина. Резина у меня, по-моему, уже нету вовсе. Нет, резина еще немного есть. Так. Может, я и третью печку размещу. А 15 железа.
Нужно железо. Приколожим. Дорога, долбучий камень. Задам наперед построиться нам. Нормально. Просто отлично. Вот так вот. Первые железные слитки у нас, то есть, да, железные. Первые железные слитки у нас пошли. Так, что у нас? Дерева не хватает. Угля теперь будет появляться очень много. Поэтому надо будет добывать активнее серу. Ну, этим всем делом лучше, конечно, заниматься ночью, если не помешают пришельцы из прошлого. Не лестница. Совсем даже не лестница. И закончил. Но это будем делать потом. Хорошо, металлолом нельзя переплавлять. Мы руду пока побережем на какие-то более полезные вещи. Так, ладно. У нас сейчас ясный день. Так, давайте я патронов возьму поменьше.
Нет, я все-таки на всякий случай с собой хочу взять. Отправимся мы за добычей куда-нибудь. И поспела. Я промахнулся. Опять на сушу вылезу. Давайте опробуем новый пистоль действия. Патронов я, правда, мало взял. Будем надеяться на его более высокий урон. Что это тут за мельница ветряная малая? Ну, слушайте, у них электроосвещение, блин. Вообще наглый чувак. Дело в том, что и арбалет бы туда мог бы не добить, хотя я, по-моему, все-таки дальность стрельбы у этого пистоля меньше. Нет, нормально. С учетом того, что оружие у нас все-таки иногда промахивается, разброс какой-то существует. Он нам арбалетных болтов принял. А какую тут нету? Было все-таки поэкономить оружие, брать с собой арбалет. Не, ну моща. Веселенький пистоль. По-моему, у него все-таки перезарядка. Не, ух ты. Урон 30. Урон 32. Урон 33. Не окуль.
О, у них тоже пистолеты, блин. Это не хухры-мухры. Покурился. Стрелок. Ух, да. Чё-то можно стрелок. Фестер с ствольным пистолетом. Блин, залезть не можешь по-людски, да? Страшно ж, блин, как, а? Зараза. Ах ты ж. Через что ты мне такой? Не попадает он. Поймать. Елка. Молодая, чистая, не зараженная. Что ж ты делаешь, дура? Ты ж могла бы жить и жить, а? Тебе деток рожать надо, мир погибает. А ты в эти долбаные евро Child Free записалась, а? Не по-божески ты живешь. Поэтому и поплыть. Вот мечеть у нас работает за место топора. Что, попытаться его зарубать. Он с копьем. А давайте.
Сволочь, сволочь, получи, получи, падла, получи, 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 блин. Разозли. На кого ты, блин, копье понял, а? Блин. Катер, как бравый казак, с пистолем и с шашкой, ух, как разойдусь под доном. Так, давай попьем. Чем учесть, надо подогнать его поближе, блин. Ашкина на. О! Ну там их еще толпа, блин. Там еще три человека. А я уже граблю. Боец. Невидимый во фронт. Не, ну мне пистольчик этот понравился. Пиратский тоже хорошо, но этот не хуже. Хочется чего-то такого лихого, сапоги. Безобразного и неразумного. Увидел. Ладно. Нет, у меня рюкзак не помню. А ну, чуваки, смотрите, я этот упершил. Через предметы разбираю все, что хуже. Какая моднявая девчонка. Вот девка, блин, дура-дура, я хоть вылавливай тебя, плыви. А, так тут пистолет там кремниевый, там, блин, античный. Это капсульный пистолет. Да, у него урон меньше, но он сам по себе, да, скорострельный лучше. И не в дальности тут дело. Эй, папиндос. Выходи, гнида. Руки врозь. Ноги на ширине плеч. Будем делать гимнастику. Выходи, друг. Ну где ты? Чувак, я так не играю. Ау. Ау. Ау, ау, ау. Му-му-му. Не, я, конечно, эту группу не люблю. Но как она в свое время во всех дерьмоящиках звучала. Кошки Коша запомнишь. Видишь, я по музыке ностальгирую. А упах нет, не пробивает. Двое. Он бы мне гранату сейчас. Боятся. Вот так. Вот так. Вот так вот иди сюда. Иди сюда, блин. Иди сюда, блин. Иди сюда. Ну, не разозлили. Реально. Нет, есть кров. Брал я его. Крабика кров. Уже ж попадается ревет. А? Как вам? Прием ниндзя. Надо историю народов мира изучать. Да, но если этот ролик не запишется, будет вообще обидно.
А толк? Вот так вот учитесь, ребята, пока дедушка старенький совсем в маразм упал. Сейчас меня как пристрелят тут, там же еще третий на горе. Вот, а, да, он уже по мне стреляет, падла. Я чисто обновки вам принес. Смотрите, рубашечка, юбочка, все дамское. Вытащите свою девочку, пока она еще не стухнет. Будете наряжать ее. Но тут такого, конечно, уже не получится. Это я уже зря делаю, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да выпендривался, блин. Суп я куда дел? Где? Я его выложу. Да вы ёкаюсь. Ко мне якуй придет. Ну читай, открой личико. Не, ну как вот у меня попадает? Ух ты ж. Как? Через что? Он тоже умеет стрелять через предметы. Он тоже долбанный. Гарри Поттер. Да ну блин, он меня попадает, а мне железка мешает. Так твою дивизию. И ночь скоро начнется. Не могу закрыть. Хреново без гранаты. За. Есть. Мы сделали это. Еще одна зона локации очищена.
Ну, немножко повытрепывались, повыдрягались по полной программе. Но мы ж такие это сделали. Главное тут не убиться. Я в фактуре. Еще будем мертвым. Склад, да, на склад, блин, склад самое, самое оно. На склад. Склад раритетов. Дерево мне нету. Согреться не смогу. Ну все, на этом я с вами попрощаюсь, эту серию закончу. Да, у нас не получилось записать два боя, блин. Но зато мы записали два этих, то есть не два этих, а вот это. Довольно-таки замечательный бой. О, смотри, так это чаша еще и греет, получается, светильник. Мне вот это, наверное, уже будет не нужно. Ну все, я с вами на этом прощаюсь. Буду заниматься хоз-делами. Так что... Вот это не кремниевый пистолет, вот это вот кремниевый пистолет, а вот это вот как раз с ударным механизмом, это капсула. Все они тут напутали. И всего вам доброго. Нет, наверное, птиц убивать нельзя.